Всем привет! Всем привет! У нас на обзоре томатики. Да. Томат Little Pinky. Этот томат называется Little Pinky. Он у нас очень пострадал от потопа. Пройди, Милан, чуть назад, я покажу кустики. Пострадал от потопа. Мы ряд упал, и мы подымали эти томаты. И от переизбытка влаги они даже у нас вот потрескались. Но мы их еще не снимали. Будем убирать. Сейчас я покажу вам кустик. А потом с Миланой мы будем их взвешивать. Вот они. Расскажи, Милан, какие это помидоры по цвету? Ну, они розовенькие. Розово-красные. Не розово-красные, это просто розовые черри. Это F1 гибрид помидорчик. Вот такие красивые. Давайте срежем. Так. Давай эту кисточку. Ты держишь крепко, а я отрежу. Опа. Давай покажем кисть. Такая огромная. Я даже возьму ее сейчас. Подожди секундочку. А ну, покажу. Вот такая, видите, плоды полопались от переизбытка влаги. У нас сутки стояла вода, не могла втать в землю, потому что был большой потоп. Бери, Милан. Аккуратненько, чтобы плоды не осыпались. Они уже, кстати, перезрели. И очень сильно перезрели, я их передержал. Давайте сейчас будем взвешивать. Давай сначала взвешим целую кисть, да? А потом один плодик. А потом еще и разрежем. Так. Он весит 285. Нет, это или 5, или 9 у нас. Что-то скачет. Немножко поломаны у нас веса. Надо купить новые. Давай теперь один плод взвесим. Какой возьмем? Любой оторви. Можешь положить кисть на столик. И один плодик. Положи вот такой плодик. Мы сейчас посмотрим, какой у него будет вес. Котится, да? Сейчас мама поставила. Вот. 20. Не видно. 20. А давай другой посмотрим. Может будет. Да, наши веса не покажут по граммам. Такие мелкие. Вот 48, наверное. Два плода. Короче, 20 с чем-то грамм. Один плодик. Давай разрежем. Покажем мякоть. Сколько камер. Не разрезай, Милан, не этой стороной. Давай это так разрежь. Наверное, неправильно, да? Угу. Бери его вот так. И разрезай вот так. Чтобы были камеры видно, да? В следующем видео надо будет, я разрежу, чтобы был разрезан. Ладно, хватит. Вот так. Плоды, как видите, двухкамерные. И я сейчас еще покажу вам кустики и немного расскажу по этому сорту. Little Pinky, сверхранний F1 гибрид. Кусты высотой до 1,5 метров в открытом грунте. Этот томат предназначен для выращивания в теплице. Но я его выращиваю в открытом грунте, как видите, потому что у меня теплицы под томаты нет. Урожай достаточно приличный. Кусты просто увешаны. Плоды розового цвета. 20-30 грамм вес. В кисти их по-разному бывает до 10-12 плодов. Ну, вообще и 8, и 6. Ну, вот такие, как видите, гронки. Кусты увешаны. Сорт очень достойный. По вкусу очень сладкий. Ну, дай, Мила, мне плодик. Я сейчас попробую. Такой красивый. Да. Двухкамерный. Прям мед. Кто хочет купить эти семена под этим видео, что, Милан, есть? Ссылка на наш сайт. Да, в описании под видео ссылка на сайт. Заходите, покупайте семена.
Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.